Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Funcam. Обзор мультимедийной системы на базе Android от компании Canbox на Hyundai Sonata 4-го поколения. Модель H-Line с 9-дюймовым экраном. Планшет ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит максимально аккуратно, без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем. Проводка под конкретный автомобиль также идет в комплект с магнитолой. Меняется полностью вся вот эта лицевая панель. Есть вот такой вот вырез под климат-контроль. Для кнопки аварийки вырез. Переставляются штатные воздуховоды. Рамка выполнена из такого черного матового пластика. Выглядит достаточно аккуратно. С подсветкой адаптировали. При переключении габаритов автоматически меняется дневной и ночной режим. В данном автомобиле нету никаких кнопок управления на руле. Поэтому клиент выбрал именно вот такую вариацию магнитолы, где есть физический регулятор громкости, что очень удобно. И при нажатии можно быстро выключить звук. Также есть дополнительная сенсорная клавиша быстрого доступа к радио, к музыкальному плееру и возврат на домашний экран. По внешним подключениям выводится в бардачок. Два USB-порта, куда можно подключить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. И также слот под сим-карту для подключения к интернету. Подключиться к интернету вы можете, как установив сюда сим-карту, так и раздав у вас своего мобильного устройства. Также дополнительно этот автомобиль установили камеру заднего вида. Включается она автоматически при включении задней передачи. Имеет широкий угол обзора, 170 градусов, картинка Full HD, все прекрасно детализировано, все хорошо видно. Виден край бампера, поэтому можно очень близко парковаться. И благодаря широкому обзору очень хорошо видно все по краям автомобиля. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки парковочных линий. Также дополнительно установили камеру переднего вида. Настроили ее так, что она включается автоматически после задней передачи. То есть мы когда приходим в нейтраль или на любую другую передачу, у нас автоматически включается передняя камера. Она также имеет широкий угол обзора. Включить ее можно также принудительно, нажав на специальную иконку. То есть в каких-то сложных условиях, когда в несколько приемов происходит парковка, это очень удобно. Будет автоматическое переключение между камерами заднего и переднего видов. А когда мы паркуемся передом, подъехали к препятствию, включили камеру и можем близко и безопасно парковаться. Также еще установили видеорегистратор от компании Canbox. Он в очень компактном, аккуратном корпусе, выглядит очень хорошо, и с водительской стороны его практически даже незаметно. Главное его преимущество в том, что все управление идет через магнитолу. То есть здесь есть специальное приложение. Мы видим изображение с регистратора и также все управление тоже тут. Можно смотреть материалы, записанные прямо с магнитолы. И еще также здесь есть система ADAS, которая определяет полосу движения и расстояние до впереди идущего автомобиля. По мультимедии работает на полноценной Android 7, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности. Железо здесь достаточно производительное, поэтому все работает максимально быстро, плавно. Есть Play Market для скачивания приложений, большинство самых популярных уже предустановлено. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля, так же и установить. Также у нас есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!